Сережка, ну мне кажется, одной открытки всего лишь маловато будет. Надо что-нибудь отправить. Слушай, какой брат, столько и подарков. Нет, ну а что можно отправить? Еду? От нас. Еду, кстати, которую можно купить в выставочном зале. Да, производители из Абхазии, Армении, Адыгеи, Греции, с Камчатки и Кубани уже нашли путь к сердцу местных гурманов. Аппетитный эксклюзив со всего света. Такого не найти в обычном магазинчике у дома. Если тюменец ищет натуральную, экологически чистую продукцию, приготовленную по старинным рецептам на юге России или в Абхазии, тогда именно к нам. Мы приглашаем всех на дегустацию и мясных продуктов, и сыров, и широчайший выбор, и специй, и сладостей. Мясо черного кабана очень вкусное, мне понравилось. И еще мясо маринованное в гранатовом соку. Было интересно попробовать. Гордость нашей выставки – это чевыча. Это действительно очень ценная порода рыбы с характерным вкусом. Рекомендую ее попробовать в первую очередь. Мы представили еще несколько видов икры красной. От деликатесов на закуску до роскошного чаепития с вареньем, медом и восточными сладостями. Здесь есть тысячи идей, чем побаловать себя, своих домашних и гостей. Выставка продлится с 11 по 16 декабря с 10 утра до 7 часов вечера.